Это современное переиздание первого иллюстрированного русского букваря, выпущенного в 1694 году. Над рукописью трудился наш земляк, известный в России просветитель, придворный поэт и писатель, иеромонах Московского Чудова монастыря и глава столичного печатного двора Карион Истомин. Сотрудники музея уверены, что букварь будет интересен не только филологам и историкам. Мы буквально на днях с моим сыном также изучали, смотрели, и мой маленький сын заинтересовался, говорит: «Мама, почему писали вот так раньше, а по-другому?» Он учится в первом классе, и мы с ним попробовали, как раньше писали, и ему это очень понравилось. Высоко оценил переиздание букваря и глава региона Роман Старовойт. На мой взгляд, очень символична дата презентации букваря. Кроме того, показательно, что книга появилась именно в год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Друзья, рекомендую всем ознакомиться с ней, тем более, что совсем скоро букварь появится в каждой библиотеке региона. Книгу выпустили тиражом в 1000 экземпляров. Вскоре она появится в каждой библиотеке Курской области.